Пока закон достаточно лоялен к нарушителям, проблем не избежать. В ходе последнего ночного рейда сотрудников полиции в Набережных Челнах было проверено 18 торговых точек. И в каждом из них были зафиксированы факты продажи алкоголя после 22 часов, в том числе так называемых фанфуриков. В итоге было изъято 25 литров спиртосодержащей продукции двойного назначения. Только в одном лишь киоске на остановке электротехников обнаружили сразу 200 сомнительных флаконов. Но и этим список нарушений по городу не ограничивался. Были выявлены два факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Несовершеннолетним действительно маленьким, это дети 7 класса. Вот, и по одному из фактов мы сейчас решаем вопрос о возбуждении уголовного дела, так как этот продавец уже попадается нам не первый раз. Теперь женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ. Всего же к концу рейда удалось изъять почти 50 литров водки и более 500 литров пива, а представители всех 18 торговых точек будут привлечены к административной ответственности.